Здесь кто-нибудь есть? Чувак, что ты орешь? Я просто чищу холодильник от дурной энергетики мертвых животных. Не надо так орать из-за мяса, заходи. Походу, Макс после Бали совсем ебнулся. Короче говоря, Макс веган. 15-й марафон Богдана Руколы. Веган за 3 дня. И выглядеть на 25 всю жизнь. В общем, Макс повелся на сомнительный флаер. Так, как стать веганом? 3 правила. Первый пункт мне понравился, потому что мне досталось 5 килограмм курицы и 2 свинины. Второй Макс воспринял буквально и выставил посты в Инсту, Телегу, Фейсбук, ВК и даже в Одноклассники. Дочитав флаер, я понял одну вещь. Я тут понял, что тоже хочу стать веганом. Возьми меня на этот форум, слышишь? Ну погнали. Как это, слышишь? Спрячь этот свой уродский ремень. В смысле уродский? Ну старый ремень и что? Чувак, зато он кожаный. Блин, у меня в 2007 году уже был спиннер. Всю дорогу до форума Макс рассказывал, как его жизнь изменилась после того, как он стал веганом. То есть со вчерашнего дня. Теперь я стал чувствовать все запахи очень ярко. Все запахи? Он, наверное, с этой суперспособностью еще не ездил в общественном транспорте. Класс, они повесили указатели, чтобы мы без проблем добрались. Чувак, ты это видел? Что? Да не, ничего. Походу показалось. Слушай, да я думаю, все будет нормально. Тем более там-то подружание с флайера, та ты шо? У нее ремень из натуральной кожи, гнать неверную! Да! Пойдем. Малышка, это твой обед или это твой новый парень? Дамы и господа, сейчас на эту сцену выйдет великий, шикарный, сногсшибательный, прекрасный, роскошный, бесподобный Богдан Руколо! Я Богдан Руколо. Мне 50 лет. Хотя выгляжу я на 25. Вы, наверное, спросите, в чем же мой секрет? В том, что ты пиздобол. Намного проще, чем вы думаете. Мой секрет в том, что я сам лично прошел свой марафон и стал веганом. Фантастический мужчина! Да, да. Благодаря мне каждый из вас может стать вегетарианцем. Разве веган и вегетарианец – это не разные вещи? Для этого нужно помнить правило 3П. Первое правило – полюби зеленый цвет. Второе правило – перестань есть мясо. И третье правило – плотоядный петушар. С нами посоль! С нами посоль! А сейчас мы посмотрим мотивационный мультфильм про веганство.
Внимание на экран. Вон дюэль победа ждет, морковь и горошек идут вперед. И кукуруза высший сорт, в НДЛ всегда рекорд. Только первые места занимают чемпионы. Потом у нас были практические задания. Мы обнимались и обменивались положительной энергетикой. Ах, я чувствую их сиськи. Это даже лучше, чем ехать в общественном транспорте в час пик. Молодцы, чудесно. Меняемся. Ох, а это прямо дойки. Затем нам провели мастер-класс, как делать веганские посты в Инстаграм. Нам показали супер трогательный фильм про веганство. Мы против эксплуатации и жестокого отношения к животным ради создания еды, одежды и прочих причин. С нами фасоль! С нами фасоль! Люблю это. Нам даже дали урок по защите животных от причиняющих им боль людей. Убей этого грязного трупоеда и выпусти его все кишки! Кто еще хочет попробовать? Потом мы очень вкусно поужинали. Растительная пища явно пошла Мише на пользу. Видно, что в его голове начались мыслительные процессы. Почему веганы называют котлеты из овощей котлетами? Ну назовите это какими-то другими шариками. Котлеты могут быть мясными и рыбными. Картошку, жареную в форме котлет же не называют котлетой. Драник или картофленник. Ты доедать будешь? О, хорош. Очень вкусная еда. Слушай, странно, я просто видел, как питаются вегетарианцы. Чувак, у них все так же самое, как у нас, просто как у бедных. Та же вот эта картошка с грибами и с луком, просто без мяса. Та же эта гречка с мясом, просто у них без мяса. Слушай, у меня на края, когда денег нет, я тоже как вегетарианец. А что, чем постный борщ не борщ? Борщ. А вот это, блин, горошек, фасоль. Как может нормальный мужик этим наесться, вот скажи. Не, сомнительная конторка. А теперь мое коронное блюдо. Гороховые пельмени. Вау! Да, веселая ночка меня ждет. Да, тут, конечно, все такие добрые, милые, приветливые. Офигенный марафон. Чувак, а тебя ни хрена не смущает, что они между лекциями кричат «Смерть трупоедам», а? Гороховые пельмени, сука. Ладно бы он просто храпел, но он же жопой храпит. Жрать хочется дико, а еды нормальной нет. Надо что-то мутить. Не может же во всей гостинице быть только эти овощи. Персонал же как-то ест. Да? Да-да. Бегу-бегу. Опача, это чё у нас, Макдональдс? Походу мне сюда. Тут 100% что-то есть. Я, сука, чувствую. Опа, Кока-Кола. Понятно. Чисто. Тут пусто. Пусто. Опа! А вот и мои красавчики. Милости прошу к веганскому шалашу. Ну вот, и я... Что это не мое, это я вот там взял. Оно еще теплое. Богдан, это что? А, вы не знаете? Я вам сейчас расскажу, будете знать. Это мясо для ритуала сжигания на завтра. Грязный трупоед! Камон, ну вы же не будете меня бить овощами. Ой, как же приятно просыпаться, когда в твоем теле так мало холестерина. Yeah.
наших рядах оказался неверный. Он съел мясо для ритуального сжигания и сам стал мясом для ритуального сжигания. Да! Жечь! 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 Стойте! Жечь! Дайте слово. Ну попробуй. Я не считаю вас людьми второго сорта. Я не против веганства. Да и никто в этом мире, сука, не против вас. В этой жизни не всегда на себя есть время. Вы думаете, что кто-то думает про вас? Живите как хотите. Не хотите есть мясо, не ешьте. Это ваше право, это ваше решение. Кто-то из вас любит джаз, кто-то рок, кто-то слушает скриптонита. Кто-то верит в Бога, кто-то нет. Именно это делает нас разными. Именно это делает нас людьми. Я против фанатизма и убеждений того, что нужно жить правильно. Нужно читать книги. Да, нужно! Но если тебе это нравится, если ты читаешь ту книгу, которую выбрал сам, а не надо, что это, блядь, значит надо? Что это за понимание? Надо, блядь, мыть жопу и чистить зубы. Вот это надо! У твоего дедушки в 25 была семья, и он полностью ее обеспечивал. Да! А у меня нет! Я не такой! Я считаю, что всегда нужно слушать себя, а не прислушиваться к чужому мнению. Вы считаете, что веганство это круто. Молодцы! Приятного вам аппетита! Я же вам ничего не говорю. Ну вот я считаю иначе. Ну вот я такой. И что, я не прав? Прав. И вы правы. Каждый из нас прав. Но это не значит, что нужно настаивать на своем. Это глупо. Даже если это свое вам кажется очень сильно весомым. Подумайте, вдумайтесь. Вы сейчас хотите что-то со мной сделать только из-за того, что мое мнение отличается от вашего? Жечь! Да! Стойте! Он мошенник! Я взломала iCloud Руколы. И знаете что? Его зовут Богдан Зверев. И ему 25 лет, а не 50. И еще. Я нашла его фотографии с корпоратива, где он ест шашлык. Да, Миша, нормально, ты им вот эту тему закатила. Тогда мы все разные, мы все правы там. Да не гони, я с перепугу не такое готов сказать. Слушай, самое главное, что этот марафон бесплатный был. А ты серьезно думаешь, что марафон бесплатный? В смысле? Ну, я за тебя еще-то трешку закинул. На трех. Я серьезно. Сука, ты дебил, Макс. Слушай, вот ты смеешься, а ведь люди тебя слушают. Ты бы мог тоже много денег зарабатывать. Чтоб я, как вот этот Руколо, да никогда в жизни. Итак, выкиньте все мясо из вашего холодильника. Овощи – это сила. С вами Томат! С нами Томат! Основано на реальных событиях. Чувак, это жесть. Ты просто лежишь на спине. Не могу пошевелиться, не могу позвать на помощь. А потом такое странное ощущение, как будто... С потолка что-то на меня спускается. Я начинаю задыхаться. Парализован, не можешь ничего с этим поделать. И на меня смотрит какое-то чудище с красными глазами. Они вылазят прямо из-под кровати. Сложно дышать. И начинают еще сильнее меня душить. Это был вторник. Последние несколько дней мы с Русланом изучали тему сонного паралича. Согласно исследованиям, хотя бы раз в жизни сонный паралич испытывало 7,6% людей. При этом студенты чаще подвержены случаям сонного паралича. Среди них его испытало 28%. Возникновением сонного паралича может служить недосып и постоянный стресс. А некоторые люди могут сознательно контролировать сонный паралич для вызова внетелесных переживаний, несмотря на то, что такой опыт бывает достаточно пугающим. Мы изучили огромное количество статей и литературы про сонный паралич. Выглядело это реально пугающе. Люди не могут шевелиться, кричат, видят призраков и даже умерших людей. Для большего погружения мы решили посмотреть несколько фильмов на эту тему в полной темноте. Включили фильм ужасов, назывался «Сонный паралич». Речь шла про семейную пару, которая переехала в новый дом. Глава семьи словил сонный паралич от недосыпа и большого количества стресса, после чего их жизнь превратилась в полный ад.
трубка. Это было стрёмно. Руслан включил свет. Мы решили посмотреть что-то другое. Зашли на YouTube. Сонный паралич. Включили ролик Димы Масленникова. Он не был таким страшным. Мы успокоились. Как оказалось, реально можно вызвать сонный паралич искусственным методом. Они приковывали себя к кровати, повторяли одну и ту же фразу, его искусственно будили и создавали стрессовую ситуацию. Мы с Русланом переглянулись. Он сразу начал отнекиваться. Он не хотел это испытывать на себе. Я тоже не сильно горел желанием, но мне это было интересно. Я предложил Руслану деньги. Руслан морозился. Я поднял ставки. Он все еще морозился. Окей, я согласен это испытать на себе, но в следующей авантюре очередь Руслана. Он согласился. Мы ударили по рукам, позвали пацанов помочь нам и начали подготовку. Чтобы добиться максимального эффекта, нам нужен был заброшенный дом, дикая усталость и стресс. Дом выглядел устрашающе. Где Руслан его откопал, я даже не догадывался. Создавалось впечатление, что в нем никто не жил лет 10. Руслан достал телефон, что-то там высматривал. Потом повел нас какие-то чигири и начал лазить по кустам. Я дал ему леща. Мы против такого движа. Оказались, там лежали ключи. Мы зашли вовнутрь, включили свет. На стене висели зеркала, стояли иконы и много фотографий ковров на стене. Выглядело это кринжово. Руслан рассказал, что по легенде, в этом доме живет призрак умершего пастуха, из которого сделали пугало в собственном огороде. И теперь он мстит любому посетителю его дома. Стас предложил обойти весь дом, проверить на аномалии просто для собственной безопасности. Мы согласились, мы рассматривали периметр. Искали что-то паранормальное. Вдалеке что-то промелькнуло, мы переглянулись. Здесь что-нибудь есть? Вот пацан возомнил себе Димой Масленниковым. Это оказалась обычная тень. Мы зашли в другую комнату. Там везде были развешаны фотографии детей. Чувствую, ночка сегодня будет жаркая. На втором этаже Руслан нашел разбитые зеркала, а на кухне Стас увидел детские игрушки. Они были рассажены на стульях возле стола. Мы договорились ничего не трогать. Просто делаем эксперимент и уходим. Начали подготовку. Я взял очередной энергетик. Я уже третий день сплю по 2 часа. Стас и Поляк поставили кровать на середину комнаты. Расставили камеры, взяли рации. Руслан рассматривал фотки ковров на стене. Вот фрик. Командный центр мы сделали в соседней комнате. Там они будут следить за мной. Наш план был такой. Я ложусь на кровать. Мои руки и ноги приковывают, чтобы я не смог пошевелиться. Я повторяю одну и ту же фразу. Пытаюсь уснуть. И пацаны резко меня будят. Это не даст мне уснуть, будет вызывать стресс и должно вызвать сонный паралич. Надо было начинать эксперимент. Я лег в кровать. Руслан начал меня пристегивать. Выглядело это мерзковато. Мы были похожи на начинающих геев. Я попросил Руслана слезть с меня. Они проверили рации, проверили камеры. Все работало. Мы готовы начинать. Все ушли, выключили свет. Я остался один в полной темноте и тишине. Мое очко потихоньку сжималось. Я чувствовал себя некомфортно. Я не мог двигаться. Мне приходилось просто смотреть в потолок. С каждой секундой мне становилось все страшнее и страшнее. Меня дико рубило в сон. Я закрыл глаза. Я повторял одну и ту же фразу. Иди ко мне. 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 Блять, гребаный Руслан! Я материл его в рацию, я хотел встать, не получалось, я был прикован, блять! Это было жестко, у меня колотилось сердце. Надо успокоиться. Я дышал, я старался не думать, что я сам нахожусь в темной комнате. Пацанам было весело, вот стуки, в следующий раз я на них отыграюсь. Я собрался силами, нужно продолжать эксперимент. Попросил их в следующий раз не так жестко меня будить, они поржали, стуки. Я закрыл глаза, я снова начал повторять. Иди ко мне. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ай! Сука! А! Тебя! Блять, пацаны ржали в рацию. Вот мрази, я только уснул. Мне казалось, что я на какой-то войне и началась перестрелка. Это оказался Руслан. Он разбивал бутылки молоком. Вот чертило. Как же это стрёмно. А это еще даже не сонный паралич. Я всего лишь слегка уснул. Я хотел остановить эксперимент. Я просил пацанов закончить. Руслан требовал работать до конца. Вот чертило. Я освобожусь, я посажу его на эти бутылки. Руслан фанился. Вот поц. Я посажу его на 5-литровые бутылки. Я попросил пацанов освободить меня. Они сказали, что тут все решает Руслан. Шкала моей злости накапливалась. Окей, надо успокоиться. Просто лежать, глубоко дышать и повторять. Иди ко мне. 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 Блять!
Что это было? Я почти уснул. Откуда этот звук? Оказалось, это опять Руслан. Он забыл выключить рацию в туалете. Вот чертило. Я попросил его подойти ко мне. Он подошел. Я постарался дать ему леща. У меня ничего не получалось. Я попросил более ответственно подходить к эксперименту. Руслан извинился. Он пошел в штаб. Меня не покидали мысли, что меня опять так жестко разбудят. Я сосредоточился на зеркале. Я смотрел и дышал. Смотрел и дышал. Смотрел и дышал. Смотрел и дышал. Я готов. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Надо мной стоял Руслан с оркестровыми тарелками в руках. Где он их, блять, нашел? Я орал на него. Он продолжал стучать в тарелки. Это худший звук. Я сказал, что это последний заход и больше меня будить не надо. Руслан ржал. Я орал. Он согласился. Мы договорились меня не будить. Все, Максим, успокойся. Не думай о плохом. Нужно думать только о хорошем. Я старался успокоиться. Я рассматривал квартиру. Я смотрел в потолок. Считал фотографии. Слушал пение ворон. Они успокаивали меня. Спать хотелось очень сильно. Я начал повторять. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. А, блин, стой! Оно приближалось ко мне! Оно старалось меня задушить! Я пытался его ударить! Руки были скованы! Я не мог его бить! Я кричал! Руслан, сука! В комнате никого не было. Ко мне прибежали пацаны. Я сидел, честно говоря, в ахуе. Простите за мой французский. Я им рассказал, как это все было. Они показали видео, как я спокойно лежал и не двигался. Не может быть, я в реальной жизни поймал сонный паралич. Я видел, как кто-то реально пытался меня задушить. Пацаны орали с меня, что я пранкер. Я доказывал им, что я не пранкер. Они не верили. Я попросил хоть Руслана меня поддержать. О, проснулся. Ты весь фильм проспал. Короче говоря... Сонный паралич.